Привет, друзья, это канал Device. В новом видео я расскажу о мониторе AOC27B2DM. Если этот монитор вам понравится, пожалуйста, отметьте видео лайком или поделитесь своим мнением в комментариях, а также обязательно подписывайтесь и включайте колокольчик. Ссылки на него добавлены в описании к видео. Погнали! 27B2DM от AOC оснащен 27-дюймовой VA-панелью Full HD с реалистичными цветами. Кроме того, он снабжен технологиями Low Blue и Flicker Free. Панель VA отображает более глубокий черный цвет и обладает высокой контрастностью для более живого и яркого изображения. 27B2DM имеет чрезвычайно высокую точность цветопередачи, охватывающую 101% цветового спектра sRGB. Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полноценном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 на 1080 пикселей, данный монитор позволит вам это. Что бы вы ни просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов. Соотношение сторон 27-дюймового монитора составляет 16 на 9, а максимальная глубина цвета 6 бит плюс FRC. Частота обновления монитора 75 Гц. Минимальное время отклика матрицы 4 миллисекунды. Короткие волны синего цвета могут стать причиной ухудшения зрения. Технология AOC Low Blue Light полностью блокирует вредоносные синие лучи без потери цветовых качеств дисплея. Другие попытки устранения и уменьшения лучей синего цвета включают применение различных фильтров и параметров для получения затемненного изображения и изображения в желтоватых оттенках. В технологии Flicker Free AOC применяется система подсветки на основе сглаженного постоянного тока, снижая мерцание изображения. При максимально сниженной нагрузке и усталости глаз вы сможете насладиться длительным игровым марафоном с комфортом. 27B2DM – прекрасный вариант для установки нескольких мониторов благодаря поддержке крепления VESA, трехсторонней безрамной панели и широкому углу обзора. Помимо современного и привлекательного внешнего вида, безрамные конструкции обеспечивают бесшовный вид при использовании нескольких мониторов. Ваш курсор, окна больше не будут пропадать в темной бездне рамок при установке нескольких мониторов рядом друг с другом. Возможность наклона также способствует лучшей эргономичности и удобству работы. Размеры монитора с подставкой составляют 61 на 46 сантиметров, глубина 18 сантиметров, вес 3,7 килограмма. Для уменьшения вероятности появления неприятных симптомов, связанных с усталостью глаз, применяется технология Flicker Free, которая подавляет мерцание экрана. Технология Low Blue Light снижает уровень излучения дисплеем вредных темно-синих составляющих видимой части спектра, что помогает предотвратить утомление глаз. Вам больше не нужно выбирать между разрывами изображения и задержкой кадров во время игрового процесса. Технология адаптивной синхронизации Adaptive Sync обеспечивает плавный вывод изображения без помех практически при любой частоте кадров и малое время отклика. На задней панели расположены разъемы: один HDMI версии 1.4, один DSAP VGA, один DVI, один выход для аудио и наушников 3,5 мм, одно гнездо питания 19 вольт DC. Подключение VGA, DVI и HDMI обеспечивают возможность использования различных исходных устройств. В мониторе используется внешний блок питания мощностью 22 Вт. Я внимательно изучил отзывы покупателей в разных источниках и могу выделить основные моменты. Пользователям не нравится. Бликует на солнце. Нет регулировки высоты. Встроенные колонки не работают. А вот что покупатели оценили больше всего. Большой экран. Дизайн. Дешевый. Тонкие рамки. Большой запас яркости. Хорошие цвета. HDMI кабель в комплекте. Нет битых пикселей. На этом у меня все. Если обзор был интересным, обязательно отмечайте видео лайком, подписывайтесь на канал Device и включайте все уведомления под колоколом. В комментариях можете делиться своим мнением, замечаниями и пожеланиями. Ссылки на мониторы с данного обзора вы найдете в описании. Спасибо всем за просмотр, увидимся в следующем видео.